Анонс и точная дата выхода второй серии турецкого сериала «Я в беде». Вторая серия сериала выйдет в эфир 12 марта. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как в центре происходящих событий оказалась молодая и довольно симпатичная девушка по имени Лейла. Она молода, обладает красивой внешностью, немного дерзкая и мятежная. Она всегда и в любой ситуации привлекала внимание любого прохожего. Вместе со своим отцом она переезжает в один из жилых районов, и привычная жизнь местных жителей начинает переворачиваться с ног на голову. Каждому хотелось бы узнать эту особу как можно ближе и понять, что это вообще за семья. Неожиданно Лейла сталкивается со своим соседом по имени Азам. Только эта первая встреча не производит на них большого впечатления, так как между молодыми людьми возникает конфликт. Азам также поселился в этом районе не так давно и пока еще мало с кем был хорошо знаком. Местные жители знают о нем только то, что в прошлом он был полицейским, но сейчас покинул прежнее место работы из-за одного неприятного инцидента. Только что именно произошло, он не спешит никому рассказывать. Его прошлое для каждого было покрыто полным мраком, как и будущее. Вскоре молодой человек начинает понимать, что его очень сильно тянет к Лейле, и с каждым разом ему становится все сложнее справляться со своими чувствами. Напомним, вторая серия сериала выйдет в эфир 12 марта. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.